Шестой сезон областной молодежной дискуссионной площадки «Я гражданин Российской Федерации, я житель Владимирской земли» открыт. За 5 лет ее работы в диалогах на самые разные актуальные темы приняли участие более 1500 студентов вузов и колледжей, школьников, преподавателей, ученых, представителей общественных организаций, бизнеса, руководителей органов госуправления. Основной целью является сплотить, соединить молодежь, предоставить возможность в реализации различных проектов. В возрасте до 35 лет молодежи у нас в стране более 30 миллионов. И это интересные, молодые, увлекательные люди, которые хотят сделать не на словах, а на деле нашу страну лучше, комфортней. И конкретными делами они ежедневно это доказывают. В течение года участники дискуссионной площадки будут проводить встречи в различных форматах, участвовать в экспедициях, мастер-классах и образовательных тренингах. Тема заседаний 2017-2018 годов «Россия, устремленная в будущее». Молодежь познакомит с движением WorldSkills, возможностями детского технопарка «Кванториум-33», инжиниринговым центром при ВЛГУ и социальными инициативами Владимирской области. Я не по себе знаю, что в молодежной среде есть огромный потаенный потенциал, еще не реализованный до конца на текущий момент, но именно через такого рода механизмы, которые создаются в кооперации между государственной властью с одной стороны и молодежью, общественной средой с другой стороны, эти идеи, эти проекты и можно продвигать в жизнь.